Дарья Матвеева, 22 года, родилась в Саратове, работает на радио, а свободное время поет. Жизненное кредо – все проблемы от наличия свободного времени. Чем дальше, тем больше интереса вызывает у меня проект, и тем больше я испытываю прилив здорового адреналина. Тем более теперь задача очень важная – остаться на первом месте до конца. Второе задание стало стрессом не только для меня, но и для прохожих. Миссия была сложная, все врали всем. Я прохожим, прохожий телефонному собеседнику, а он всем сразу. Подсыпать битое стекло в пуанты своим конкурентам я точно не буду, но в творческом плане постараюсь сделать все, чтобы получить работу на РЕН-ТВ «Саратов». Узнайте, кто стал лучшим участником проекта «Конкуренция» на этой неделе. Смотрите по пятницам в 19:00 информационную программу «Новости 24 Саратов». Здрасте! Как ваши дела? Хорошо? Отлично. Помашите рукой в камеру. Проект «Конкуренция» смотрите по будням в 7 утра и 19 часов вечера.